поздравляю вас с победой. Скажи, пожалуйста, у команды только первый матч получился успешным, дальше было два поражения. Победа сегодня. Можно сказать, что команда сделала выводы из неудачных игр? Спасибо за поздравление. Если честно, команда играет такой свой футбол. Как получается, так получается. У нас нет определенной задачи на сезон. Главное играть в свою игру, чтобы у всех все получалось и все были довольны игрой. Если говорить о соперниках по дивизиону, вы следите за кем-то? То есть можно сказать, что вы знали, с кем вы будете сегодня играть и отталкивались от их игры? Да, конечно. Наш капитан Воронин Артур досконально изучил соперника, определил слабые зоны команды, и китам еще повезло, что он сам сегодня не вышел на поле. Но сегодня вам удалось воспользоваться слабостью соперника, слабостями, которые были сегодня. Скажи, пожалуйста, в начале второго тайма слышала, что команда говорила о том, что нужно стоять и нужно просто додержаться. Дальше, мне кажется, вы заметили то, что киты плывут и больше перешли в атаку. Это так или нет? Мы экономили силы. У нас сегодня 6 человек приехало. Когда силы были, мы пытались прессинговать, выжимать соперника. Когда немного уставали, тогда немного садились и отдыхали. Сегодняшняя победа принесет команде уверенности на следующий матч? Да, конечно, следующая игра очень важная. Да, в принципе, каждая игра важная. Но на следующем мы особенно настраиваемся. У нас игра против Black Bunch Mafia. Там очень сильные ребята. Я с ними вместе играл еще в прошлом сезоне. Поэтому мы мотивированы и готовы биться. Хорошо, спасибо большое, успехов.